Ты Кендалл Рой. Это правда? Он едет сюда? Пока не вижу его. Его дебильную походку. Спокойно, все путем. Я убью его, на куски разорву. Логан, нет. Папа. Революция в прямом эфире. Он наш отец, но он почти отправил меня в тюрьму, и так могло быть с каждым. Шиф, ты в порядке? Ты за семью или против нас? Если я пойду против отца, ты должен отдать контроль мне. О-о-о, притормози! Все идут на битву с оружием, а я остался ни с чем. Советую найти труп крупного животного и залезть туда. Спросите себя, вы на стороне добра или зла? Скажи, что я его в порошок сотру и съем на завтрак. Передай, что я сбегу по бобовому стеблю. Он смеется, но не в хорошем смысле.